наше чемпионство состоялось, наверное, все-таки не благодаря, а вопреки. Потому что у нас есть серьезные финансовые затруднения. Только проявив характер, мы смогли это сделать. И пусть это будет подарком для всех брестян от команды «Прибужье». Потому что момент такой, конечно, и радостный, и где-то немножко уже завтра, наверное, может быть горький. Потому что будущее команды очень проблематично. Для меня лично это самый радостный день. Ну, пока здоровье будет позволять и чем-то я буду полезен команде, я с этими девчонками буду биться до конца. Мы брестчанки, мы брестчане, мы родные для Бреста, и поэтому мы побеждаем.